Казахстанская теннисистка Зарина Диас стала кандидатом на звание «Новичок года» по версии Международной федерации тенниса. Прошедший сезон сложился для Зарины успешно. Со 111-й строчки мирового рейтинга она поднялась на 33-ю. Впервые в карьере стала финалисткой турниров WTA. После месяца отпуска в Алматы спортсменка отправилась на предсезонный сбор. В нынешнем сезоне она практически выполнила свою цель – войти в топ-30 женского мирового рейтинга. Задача на следующий год – 20-е место в рейтинге WTA. Зарина мечтает представить Казахстан на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Сейчас она отправилась на сбор в Китай. Ближайшее соревнование у меня будет после Нового года в Шэньчжэне, WTA-турнир. А потом я уже еду в Австралию играть Australian Open. Вообще на следующий год я бы хотела войти в топ-20. Молодым теннисистам посоветую удачи, здоровья и главное, чтобы, если они поставили себе цель, чтобы шли к своей цели.